Сейчас я вам хочу показать определенную подачу мороженого необычным способом. Так, вот такая у нас будет подача сегодня. Значит, берем мороженое, отрезаем кусочек, выкладываем на тарелочку. Подсаливаем. Вообще надо морской солью крупной посыпать. У меня морская соль, но не крупная. В данный момент нету. И посыпаем перчиком. Здесь смесь перцев. Легонько, аккуратненько. Теперь поливаем маслом оливковым. И достаем каперс. Украшаем каперсами. И вместе с тем они потом кушаются. Сочетание сладкого и несладкого, пожалуйста. Это не моя выдумка. Это есть такая подача. Называется подача такого мороженого. Маргарита. Вуаля! Приятного аппетита!